Всем доброе утро. Собралась на работу. Сегодня короткий день. А сумка у меня что-то большая. Хотя вроде ничего такого не взяла. Взяла только кофе, банки, обед. Кстати, по-моему, я забыла йогурт взять. Ладно, не буду возвращаться. Или вернуться. Вспомнила, что забыла йогурт. Вернулась, йогурт положила. А то мне не хватит еды на весь день. Там только кофе, банан. Баночки, еда. Да прическу поправить некогда. 8-й этаж. Опаздывай уже. Все, еду с работы. Сумки там висят. Я здесь стою. Замученная, уставшая. Еду с работы. 17-й этаж. Склоченная. Всем доброе утречко. Сегодня у нас... среда, 29 мая. Собралась в поликлинику. Так, жду лифт. Что-то не идет ни один, ни другой. Кнопка одна на два лифта. А раньше не помню, как было. Две или одна. О, маленький пришел вроде. Точно. Тринадцать 45. У меня талон на полтретьего. Еще 45 минут. Ну, тут на троллейбусе ехать минут 10. Волосы уже пора красить. Вроде красила месяц полтора назад. Вот эти виски плохо прокрашиваются. Прям седину видно. Вот именно на висках. Именно вот с этой стороны. Когда мокрые, не видно. Когда на сухих, заметно. Все, сейчас иду в поликлинику. Может, в парке погуляю, в церковь зайду. Все, первый этаж. Приехали. Первый этаж. Всем добрый день. Гуляю в парке. Ходила в поликлинику. Результаты узнать, УЗИ. И кровь сдавала на биохимию общий. В общем, у меня немножко повышенный сахар и холестерин. Чуть больше 6, там 6 с чем-то, от 6 до 7. Но это многовато. Если учесть, что это натощак. Ой, натощак должно быть меньше. Вот. Погодка сегодня шикарная. Я люблю такую погодку. Небо голубое, солнышко. Даже зимой небо красивое в Москве. Весной, в феврале. Классно. Не в Москве, а в Московской области, так скажем. Села в тенечке. Как бы мне не испачкать тут об скамейку футболку свою белую. И только погладила, чистую надела. Мало того, что она от шеи пачкается, от пудры, от коричневой. От краски там, от волос. Так еще, если скамейки тоже весной красили, как бы еще тут не обляпаться. Но я надеюсь, тут просохло уже все. Весной красили. Все, сейчас дойду до фонтана и домой поеду. Прогуляюсь сейчас тут минут 20 по парку, домой поеду. В интернете лазить, отдыхать. Может, посплю днем. Чуть не выспалась я сегодня. С утра прям сон тянуло. Жарко еще. Сейчас на улице где-то плюс 28. Но вот здесь в парке тенек, здесь еще более-менее.
по ощущениям 25-27. В тени, конечно, поменьше. На солнце совсем. Сейчас я пройдусь тут. А вот, короче, что с УЗИ. Биохимия, значит, у меня повышенный сахар. Чуть больше 6. И холестерин чуть-чуть повышенный. Странно, что я натощак сдавала, но все равно. Я вечером перед сном выпила стакан молока с булочкой вечером. То, что утром есть нельзя, думаю, надо на ночь поесть. Я где-то 11:30 молочка попила. Может, еще из-за этого. Если бы я поужинала часов там 6-7, потом бы не ела, может, поменьше был бы холестерин. А я поела на ночь. Ну, ладно. Но все равно это чуть-чуть повышенный. То есть сейчас надо немножко мне перестать сладкое-то есть, булочки. А с УЗИ, ну, по онкологии там все нормально. Единственное, мне вот кто УЗИ делал, парень, он сказал, что у меня камушек в почках. А они почему-то говорят, какие-то мелкие камушки в желчном. Может, и там, или что-то путают. Ну, онколог сказал, что по моей части все нормально, а вот по поводу вот этих камушков, это к хирургу. А там уж что он скажет, удалять, не удалять, или, может, таблетки что-то попить. Я что-то пока не готова идти к хирургу, меня пока ничего не беспокоит, ничего не болит. Я сейчас почитаю информацию разную. Может быть, что-нибудь попью. Ну, почитаю, что там. Ну, вообще у меня желчный, что такое желчный, желчный пузырь. Что там вообще? Желчь. Меня обычно раньше тошнило, когда, ну, вот это меня рвало желчью, вот когда давление повышалось, меня начинало тошнить. Кстати, вот давление, может, у меня тоже из-за желчного повышается. Вот тогда меня иногда вот ничего не ешь, и вот именно вот это вот желчь начинает тошнить. Но это когда у меня давление подскакивало. Вот последний раз в Дагестане меня как раз тошнило, я ничего не ела. Вот одна желтая вода выходила с желчью. И у меня было повышенное давление. Что на что влияет, непонятно. То ли камни на желчное давление, то ли давление на желчное. В общем, я почитаю. Потом уже решу, идти, не идти. В общем, ладно, пойду я до фонтана прогуляюсь, потом домой. Так, вот еще один фонтан. Не знаю, возле того снимала или нет. Вроде снимала. Красиво. Что-то он только жиденький какой-то. Раньше мощный был. Ладно, иду дальше гулять.